Здравствуйте, дорогие мои друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин о винтажной бижутерии. И сегодня я вас приглашаю вместе со мной распаковать посылку с винтажными украшениями. Вот посылочка нас ждет, вернее, ждет свою. Посылочка ждет свою распаковку. А перед тем, как приступить к распаковке, хочу показать вам свою новую находку. Приобретение никак не могла удержаться, чтобы не показать вам вот такую великолепную лягушку. Это шкатулка. Я не очень люблю лягушек в природе, но когда увидела вот эту вот шкатулочку, конечно же, не могла пройти мимо. Это, видите, такая великолепная роспись на этой лягушке. Это деколь. И видите, колибри, птичка вьется над цветами. И тут лягушка сидит над всей этой красотой. И, в общем-то, такая интересная шкатулка. Разрисована только спинка лягушки. Видите, глаза не прорисованы, но вот с передней части тоже такой красивый рисунок. И вот такая вот маркировка. Ну, мои дорогие, давайте, наконец, приступим к распаковке. Лягушка посидит рядышком, посмотрит. Заказывала лот, и, ну, как я всегда говорю, конечно, лот с украшениями, с винтажными заказывается всегда и за какого-то украшения, то есть какое-то из украшений привлекло мое внимание, и вот, собственно говоря, из-за этого и сделана была покупка. Вот так вот упаковал продавец все это дело. Оригинально, конечно, в таком стиле Headmade. Интересно, и каждое украшение в отдельном мешочке, в отдельном пакетике. Очень тщательная упаковка. Ну и давайте приступим. Начнем распаковывать. Да, это лот с винтажными серьгами. Серьги вот в одном стиле практически, вот в таком. Видите, обратная сторона из патины. Конечно, нужно будет их почистить. И продавец указывал, что это украшение со следами износа. Но, тем не менее, я заказала вот такой вот. Ну, вот в подобном стиле, подобной формы серьги у меня уже есть. Один мешочек. Следующий мешочек. Давай-ка. Да, вот эти серьги тоже мне очень понравились на фотографии. И выглядят они вполне современно, хорошее качество металла. Но я с вот подобного стиля украшениями винтажными уже сталкивалась. И, в общем-то, захотелось мне что-то приобрести еще. Вот через камеру не вижу, маркировка есть или нет. Но вот видите, сама вот эта вот спайка этих деталей указывает на винтажный возраст. Такие сережечки. Так, следующий пакетик. Да, и это вот такие сердечки. Ну, сердечная тема в винтажных украшениях очень популярна. И у меня есть колье, кстати, вот в этом же стиле, с такой же формой сердец. Ну, в следующем видео покажу, как собрался сет из украшений. Вот так вот обратная сторона выглядит. Она тоже довольно-таки интересная. Следующий мешочек с украшениями тоже. Серьги тоже, видите, типа такая геральдика, да, типа лилии. Ну, очень хорошее качество металла, конечно, их нужно почистить. Естественно, я все украшения, купленные винтажные, в лотах, конечно, я их мою. Так, тоже
тоже очень красивые. В этом стиле тоже у меня есть колье. И покажу, как сложились лоты, вернее, как сложились комплекты из этого лота. Так, следующий мешочек. Да, вот эти вот серьги тоже. Но мне интересно было бы, хотелось, вернее, посмотреть на именно вот эти серьги в деле. В деле они лучше, на самом деле, чем на фотографии. Там они были представлены, очень выглядят современно. Видите, такой стиль очень хороший. Но я думаю, что это более современное украшение. Думаю, что больше относится, наверное, к 80-м, 90-м. Ну, очень красивое. Идите сюда, и следующий мешочек. Тоже обратила внимание, конечно, я вот на эти серьги. Как я уже сказала, это вот сердечная тема. Она очень в украшениях распространена. И вот сердца эти, видите, так интересно выполнены, закреплены. Интересно. Вот, имеют начало. Так, маркировки не вижу, но уж очень похоже на Эван. У меня есть серьги, маркированные с Эван, и вот по ощущениям, по цвету металла, и вот по этой застежке есть предположение. Ну, посмотрю, есть ли маркировка этих украшений. Ну, вот такой лот сегодня вместе с вами я распаковала. Пожалуйста, напишите, стоило ли заказывать. Лот на самом деле был недорогой, вполне достойное украшение. Напишите, пожалуйста, свои впечатления, свое мнение. Что-то, возможно, вам понравилось больше, что-то меньше. И, конечно, я в дальнейшем покажу сеты, которые эти серьги дополнят, да, какие у меня есть украшения для шеи. И жду ваших впечатлений. На этом все, мои дорогие. С вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.